Среди самых разнообразных лесов планеты лес в заповеднике Цинги-де-Бемараха на западном побережье Мадагаскара занимает особое место. Этот лес – один из самых необычных в мире, поскольку состоит он из уникальных карстовых образований, известняковых скал. Каменный лес – это острые карстовые шпили, которые появились в результате эрозии известняка. Возраст образования – около 1 миллиона лет. На площади в 152 тысячи гектаров расположилось бесчетное число острых каменных игл. И пройти через эту лесную территорию человеку крайне трудно. За необычность внешнего вида местные жители дали зубцам деревьям название цинги. Этим термином у них обозначается и ходить на цыпочках. Каменный парк представляет собой запутанные лабиринты из скал, и альпинистская подготовка здесь совсем не будет лишней. Цинги-де-Бемараха, другой вариант произношения названия заповедника, Цинги-де-Бемараха, с 1990 года охраняется ЮНЕСКО. Помимо каменного леса, эти места славятся также мангровыми деревьями, девственными тропическими листопадными лесами, редкими растениями и экзотическими животными. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.